Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 578 упражнение. Необходимо написать сочинение на тему «Когда моя мама, сестра, сосед, дедушка училась в школе, начинала работать, воевала, путешествовала, отдыхала в горах». Итак, бабушкин рассказ. Моя бабушка рассказала мне историю своей сестры. Я знал, что бабушкино детство пришлось на военные годы. Прадедушка воевал, а всю семью отправили в эвакуацию на Урал. Прабабушка много работала, а в выходные они навещали детский дом и помогали детям, которые остались без родителей. В детдоме была одна совсем слабая больная девочка, и прабабушка взяла ее к себе домой выхаживать, хотя им самим порой было нечего есть. Девочка выздоровела, прижилась в семье и стала названной сестренкой моей бабушки. Я внимательно слушал рассказ и очень радовался, что судьба сложилась так. Ведь тетя Катя такая добрая, вся семья ее очень любит. И я понял, что близкая родня не обязательно родня по крови. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!